Как дела, Турбо? Уже уходишь? Если я скажу, куда собрался, ты не поверишь мне. То, что я вам предлагаю, будет крайне полезно для вашей психики. Это будет не на 2 часа, это на целый месяц. Она приедет жить в мой дом? Моя бывшая жена? Всего на 30 дней. А паузы? Не поняла. В ее речи нет пауз. Ты сказал мне, что даже если вы расстанетесь, мы сохраним семью. Психические проблемы, неделимые дилеммы. Лала. Я репетирую с моим мужем. Ты знаешь, который час? Ты должен познакомиться с ним. Я работница сферы секса. Простите. Нет. Что случилось? Вы отличная пара. У вас будет убойный секс. Счет, пожалуйста. Меня пугает это, я в ужасе. Ты ее по-прежнему хочешь? Мама? Папа? Боже, стыдобище какая! Вот такие ситуации меня немного напрягают. Потому что очень трудно жить с такой, как ты! Быть такой, как я, намного труднее! 30 ночей с моей бывшей, а ты бы смог? Можно попросить об услуге? Чего тебе нужно? Можешь сказать мне 3 пошлые вещи?